Так, всем привет, это короткое видео в помощь тем, кто занимается и работает с железом. Но перед тем, как что-то варганить и что-то делать, многие железо должны подготовить. Ну, обычно никто не заморачивается, ну, оно как бы целое и целое, да, но лучше всего перед покраской или перед тем, как вы будете варить конструкцию, а потом красить, железо просушить. Ребят, как это делается? Сейчас я вам покажу. Нам понадобится газовый баллончик. Ну, короче, неважно. Вот газ, где тут написано. Так, газ, вот. Газ. Любой, неважно. Ну, я взял вот такую горелку. Это у меня уже четвертая или пятая горелка. Они дохнут быстро. Короче, устанавливаем наши железные заготовки вот таким вот образом. Можно плашмя, но самое главное, чтобы они шли ровненько и либо находились концы на одной высоте, либо выше. И что мы делаем перед тем, как все это дело? Ну, мы знаем, что в будущем, да, там через час, два, три мы будем варить какую-то конструкцию, да. Ну, мало ли там до этого были дожди, или у вас валялось железо не пойми где, да. Соответственно, оно у вас внутри чистое. И что мы делаем? Зажигаем газ. И просушиваем. Просушиваем, прежде чем что-то с ним делать. Ну, я делаю следующее. Соответственно, сушу, покрываю преобразователем ржавчины, потом крашу, соответственно, потом уже, когда мне для чего-то железо нужно, я беру его уже готовое, да, и уже какую-то конструкцию варю. Те места, где я сварил, то есть я подкрашиваю. То есть я как бы не то чтобы крашу, да, я как грунтую. И вот таким нехитрым способом, поначалу, конечно, газ сопротивляется, пытается сюда уйти, но потом все равно сдается, и все вылетает через трубу с той стороны. И таким нехитрым способом, главное внимательно, чтобы ветер в той не задувал вам сюда, иначе может быть очень плохо. Просушиваем. Конечно, можно вот так вот поставить, они вроде бы там на свету могут просушиться, да, но я не доверяю солнцу, я доверяю газу. Не то чтобы я вас заставлял что-то покупать, нет, вы можете покупать, не покупать, брать, не брать. Просто я сам так делаю. Вот видим, тут в трубе вода, немножко там пар идет из нее. Труба быстрее высыхает, сейчас солнце поднимется. Она мне простоит так часа 4, да, например. И после чего я уже приступлю к тому, что буду красить или еще что-то. Ну, в общем, вот такое вот маленькое видео. Надеюсь, оно будет кому-то полезно. Краска ложится лучше на сухую, если у нас внутри влага хоть какая-то присутствует. Когда мы сверху наносим краску, она либо со временем может отлететь, либо хуже ложится на металл. Соответственно, хуже у нее адгезия. Чтобы адгезию сделать максимальную, я вот для себя придумал вот такой вот маленький способ. Я не знаю, вроде бы как бы и не искал, как всегда. В общем, пока что моя идея. Просто когда железом начинаешь работать, знаете, какие-то свои идеи появляются такие, вроде применяешь, а так как я ролики люблю снимать, решил с вами поделиться. Вот такие звуки с обратной стороны. Оп, упала горелка от этой трубы.
если нормуль. Удивительно, но пока что рукой я не чувствовал горячий воздух. Чувствую слегка теплый. Труба остужает. Значит, сохнет. Ну, горячее пошел. Ну, таким нехитрым способом я и сушу трубу. Ладно, на этом все. Всем удачи, всем пока.